наверное, это глупо. Для крутого, для такого мужика. Только завтра уезжает его группа, и в душе крутым бугром лежит тоска. Уезжает 10 там джентльменов, бывших чайников, а нынче мастеров. Уезжают потому, что вышла смена, и равнинных подошла пора миров. И увозят фото местных папарацци, и загар, и буквы адресов чужих, и умение крутить и кантоваться, и кусочек твоей жизни и души. Джентльмены эти и миледи, 20 я, которых звали мы, оторвет сейчас тебя и уедет. До свидания, до следующей зимы, до свидания, до следующей зимы. Он вернется по тропиночке в зеленку и заварит себе крепкого чайку. Позовет соседку и поставит пленку, чтобы легче было пережить тоску. А потом придет заезд волною новой и закрутится все так, что, брат, держись. И казаться будет более толковой непутевая его смешная жизнь. Были-были все четыре масти, в небе звезды, на земле хомут. Учит на горе он правильному счастью. Эх, ему немножко счастья самому. Эх, ему немножко счастья самому. Не слушай.